Всем большой привет! Ну, плывите, ихтиандры, буевы! Срембуева, да! Второй день на Становом. Сегодня с утра солнце, на улице за 20, жара. Хорошо вот на этом, на воде прохладно, да, и обдувает. А на берегу вообще, блин, вообще жара. Все, ребята, ведро уже набрали воды. Блин, торопятся. Наивные. Торопятся, да? Наивные, да? Да, да. Вот мы на южном побережье. Андрюха туда ушел, а Вовка не хочет никуда. Вован, помаши рукой. Это наш пожарный. Видите, не клюет сегодня, вообще не клюет. На данный момент только есть один окушок и один щукачок. Все. А этот самый. А у Вовки поется песня «Я люблю шевелиться». В очередной раз вышли на водоем. Группа товарищей единомышленников пытается изловить какую-то селедку. Вот. Но рыба сегодня против нас. Вчера вроде бы что-то поклевала какая-то гадость. А сегодня нет тишины. Я, Саша, даже психанул, пошел в лесу искать рыбу. Клюквы, говорит, до хрена стали прошлогодние. А рыбов-то нет. Да, если у кого-то есть интернет, если есть у кого-то интернет, загуглите, где рыба в этом, в этой ляге. Вот, потому что так, визуально, так, в этой ляге рыбы нет. Дон. А так, в принципе, что? Солнечно, тепло, мухи не кусают пока. Я, Саша, снимать что ты делаешь или не снимать? Молчит. Ну, ладушки, что? Всем привет. Вечер в хату. Нет, день в хату. Мохнатсила. Вот, Александр Владимирович вытащил вот такого воконя. И сейчас группа единомышленников пришла обмывать. Закон Павловича не отменял никто. Вот, потому что если... Будем бухать сегодня, то ты напьешься. Да, если сегодня будет так клевать, то точно к вечеру никто не налакается. Потому что как-то возвращаясь к предыдущему, видимо, рыбы невидимо. Это все ушло на берег. Да. Он там в попе рация какой-то еще стоит с фото-видеофиксацией. Блин, я много наливаю. Это какая рыбина, столько и наливай. Не скажу, что очередная, внеочередная размотка. За клапана. Да нету ничего. Это красноперка была, бля. Обсасана и выброшена. Вот так вот. Да. Здесь же больше щук таких больших нету. Не знаю, что снимаю, но что-то снимаю. Костя, как вот? Как папа рация? Папа с рацией? А то они, да, они достали, а мы нет еще. Размотано до конца. Да. Не дамы нет. Ну, дергается, нет? Немножко вот как бы, типа, еще чуть-чуть бы, и она бы сдернула бы, наверное. Так. Сорога такая нехилая. У тебя подсак-то есть? Подсак-то есть. Дома.
Ура! Ура, дуру поймали. Охо-хо-хо-хо-хо. Продолжаем наш репортаж со Станового. Наши друзья устанавливают очередного живца, а мы проверяем рогатку. Главное, чтобы у моего голого друга был подсак в руках. Голая жопа. Да. Не знаю, размотано. А что там, не знаю. Вы же уже видели, у нас размотки были. Как-то она неактивная такая, да? Ну ладно. Не знаю, не знаю. Что же, блин. Ну, размотано хорошо. Вся сработала. Вся отработала. Опа. Опа. Видите, тащу. Тащу, 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 тащу. Хоп, 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 хоп. И никого. Вот, смотрите. И что и вы хотите? Ну, ничего. Go просто видео. Я вроде бы воблером подтягиваюсь. У нас все равно что-то несет. И ветра вроде нет, да? Течение, что ли, на озере появилось? Ну, кстати, вот тыка-то, но она под водой просто. И толстая. Смотри, рыбаки. Озеро Становое. Красивое такое. Любое время года. Тетя Люся, привет. Со Станового. Вон, смотри. Видишь? На поверхности опять какая-то там буравчик такой ходит. Смотри, жив. Она как волна такая большая. Что-то они там достали. Вот зачем сразу ругаться-то? Вот ничего. Как ты сказал? Как ты сказал, так и получилось. Нормально. Да. Он сказал, ох, ничего не случилось. Да. Ничего страшного. Ох, ничего хорошего. Ух ты, говорит, мы ее не будем наживлять. Ох, какая была. У нас размотка. Ну, что там? Никто не знает. Еще и зацеп. Видел, да, ее? Блин, она за корягу все замотала и ушла. И ушла. Ходит. Почему нам там все время с тобой так не везет? Ну давай, дернись. Только что же бегала. Крантец. Попробуй отпустить. Я отпускаю. Она жик-жик-жик пробежала.
Главное, ничего не видно-то, блин. Но если оборвем... Оп. Стальной поводок рвется легко. И непринужденно. Да, Андрюха, извини, братан. Ну ты ее видел? Блин, 5 килограмм. 5,5. Ну как она по-другому-то не могу оборвать? Я думаю, что даже 5,683. Да. Я с тобой полностью согласен. Да. Как так-то, блин? Уже здесь уже не первая такая. Она бим-бим-бим. Если бы я знал, что она так ходит, я бы не даже дергать стал. Ну, под саком бы ее. Опять сработала рогатка, но мы не знаем. Ты подсак приготовил? Даже не хочется торопиться. Ну, ладно. Кто-то ходит, кто-то бегает, кто-то вообще побежал. И я не хочу ее. Подожди. Ну, это ушистая щучка. Как ее, если она заглотила? Ребята очень ревнуют. Ребята ревнуют. Потому что, ну как бы типа, да, не мы же здесь ставили тогда. Ну они же достали. Ну следующую снимите тогда. Вон там. А мы вот тут попытаемся. Пацак-то у тебя готов? Ощущение, что опять какая-то коряга будет. Двигается. Маленькая такая. В ячейку пропадает. Закончили очередной рыбный день. Вот. Немножко подергали кильков, ну, по-всячески, но на спиннинг-то так слабовато, вот. В основном потяпало на это, на крюки, вот. Мелочь старались не брать, но бляха, что сделаешь, если не падла заглатывают до самой Америки, вот, поэтому, что, ну, вот так вот, поели ухи, сегодня вдоволь вообще от пуза ухи нажрались. Все хорошо, все довольны, всем прикольно, всем весело. Костя опять так что-то будет.